Зали судових посяджень, устройства аудио- и видеофиксации и сучасные технологии, которые позволяют работать в одной ведомостной системе. Сегодня у Мазири урочисто открыли новый будинок районного суда. На церемонии побывал Олег Сенсіров. Новый будинок суда Мазирского района первоначально планировался ввести в эксплуатацию у лютом наступного года. Але, дякуючи зладженной работе генподрядчика, заказчика и проектного института, реконструкция завершилась на 3 месяца ранее. У вынику отримався своеобразный новогодний подарунок для мазыран – соправданный дом правосудия. Тем больше, что раннейший будинок, кроме того, что был незручным как для супрацовников, так и наведывальников, еще и находился в перетаварийном стане. Новый будинок больше просторный, а колькость залов для судовых посяджений увеличилась вдвоя. Непосредственно для Мазырского района это мое великое значение. Мозырь – это крупный промышленный центр, и здесь достаточно количество дел сложных. Это и дела коррупционной направленности, взяточничество, да, и хищение путем злоупотребления служебных положений, бич нашего времени, это 328 часть 3, сбыт наркотиков, тоже ситуация стабилизирована, однако достаточно количество таких дел сложных. По техническому оснащению новый будинок суда Мазырского района отповедает всем сучасным потребованиям. У им установлены сродки аудио- и видеофиксации, а так само технологии, которые позволяют работать в одной ведомственной системе. Реконструкция обошлась амаль у 6 миллионов рублей, причем это не бюджетные сродки. Проект реализовали за кошт финансовых укладаний у Верховного суда. Ранее у этом будинку находился учебный комбинат, але у опошние годы он был выведен из эксплуатации. Самая великая зала Мазырского районного суда. Тут будут разглядаться криминальные справы обвиняемых, которые находятся под вартой. Зала различена на 60 мест. Еще 10 мест предназначены для обвиняемых, и они будут утримываться в специальном изоляторе, который у народа называется клеткой. Подчас огляду нового будинка старшиня Верховного суда Валентин Сукала каже, что ознайомился с работой судовых систем 23 країн света, а тому может с уверенностью утверждать, что створенные у Мазыри умовы саправды на европейском уровне. И хоть на реконструкцию затрачены значные сроки, зроблено это недаремно. В рейсте суд – это гарант захования прав граждан и державы. Это же связано не только с тем, что комфортные условия для работников судов. Это, в первую очередь, комфортные условия, для удобные для тех, кто посещает эти здания, для людей. И когда люди заходят в такое помещение, вот в такие условия, они, конечно, совершенно по-другому относятся к суду, к праву, к справедливости, к государству и к тем функциям, которые выполняет правосудие. То есть мы такими зданиями формируем у людей уважение к закону, к праву. Это очень важно. И доверие к судебной власти, к судебной системе. Олег Сенсіров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.